Живу в городе Киев, Оболонский район. Вот, с первого дня тут. Поддерживаю народ. Хочу, чтобы было все прозрачно, все честно, чтобы люди имели право голоса своего, то есть выступать, и не было никакой коррупции. Потому что жизнь без остановки, где ты не можешь открыть даже маленький магазинчик себе, потому что приезжают пожарные, надо заплатить налоги левые. Потом приезжает налоговая, надо туда очень большие налоги платить. И это уже, ну, просто уже в горле сидит. Невозможно ничего делать. Я сам телемастер, профессиональный радиоэлектронщик, IT-специалист. И работать за копейки на какого-то дядю я не хочу. А чтобы работать на себя, это нужно космические налоги платить. То есть в стране очень серьезная монополия. Вот, и поэтому и людей это все достало. Большая преступность. Человека машина сбила насмерть, какой-то депутат сбил, вернее, депутата сына. Ему дали 2 года домашнего ареста. Но и разве это справедливость за убийство человека? А в основном тут народ стоит за то, чтобы прогнать банду, которая пришла к власти с 95-го года. Это банда Алика Грека. Поэтому, если кто хочет посмотреть в США, пускай просто в Ютубе наберут «Криминальная оккупация Украины» и переведут ее на английский язык. Там все чисто, прозрачно написано, кто, что, откуда, чего. Откуда взялся этот Пшонка, откуда взялся Янукович, откуда взялась Герман вот это. Там элементарно все написано. Алик Грек – это был, грубо скажем, возглавляющий банду вот эту, которого же, грубо скажем, Ахметов и замочил. Да, устроил теракт в Донецке, то есть когда Алик Грек приехал на стадион на футбол, там устроили такой теракт, что, ну, больше 100 людей взорвалось, то есть их по кускам находили. А как опознали Алика Грека, это кусок руки, и на них часы были, Rolex. Вот так и опознали Алика Грека. А потом тихо-тихо начали пропихиваться его команда, и что вам сказать, бандиты начали править страной. То есть власть и бандитизм слились. Поэтому мы стоим тут. Нам не страшно никакая мерзость. Уже бояться нечего. Да, мы ничего не боимся. Грубо скажем, одна точка, а от этой точки уже разветвление. То есть стоит главный человек, ему приходят налоги от одного человека. У этого человека есть 2 человека, которые собирают эти деньги у людей, крадет, убивает. Поэтому тут, ну, грубо скажем, как маркетинг в таком плане. То есть сетевой маркетинг. Чтобы стать прокурором, надо было заплатить взятку свыше 80 тысяч долларов. И потом уже, соответственно, постоянно отстегивать наверх за то, чтобы ты остался на своей должности. Где эти деньги брать? У тех, кого проверяешь. Поэтому люди приходят даже после того, как люди получили госзаказ, выиграли тендер, через год-два к ним приходят прокуратура и говорит, а вот почему вы этот материал или еще что-то купили по этой цене, хотя можно было по другой. Начинают заводить уголовные дела на ровном месте только для того, чтобы получить какую-то взятку. И скидывают наркотики, сами же и наркотики распространяют. То есть есть свидетели у меня, есть знакомые, которые говорят, что такой-то капитан, короче, продает, грубо скажем, метамфетамины, у него свои барыги. Ну как можно жить в такой стране, когда детей в 2010 году в школах находили наркотики? То есть знакомая говорит, что в школах детей сажали на Трамадол. А Трамадол – это Януковича знакомая, которая стала министром здравоохранения Украины по фармакологии. Начали производить они такое наркотическое лекарство, как Трамадол. То есть, грубо скажем, оно вроде бы и обезболивающее, но оно на алкалоидах сонного, снотворного мака.
Ну, это чистой воды наркотики. Дети искалечены. Слава Богу, у нас православная церковь устраивала мероприятия для защиты детей. Вот. А московский же патриархат, они говорили, что это мы не правы, то есть это все нормально. Ну, что можно сказать? Московский патриархат сам и есть тоже бандит. Одни бандиты. Что можно? Ну, достал уже просто. Алкоголя в России. Поэтому мы тут не хотим, чтобы была такая ситуация, как в России, как в Якутии, как в Баку. Потому что эта коррупция уже достала. А украинский народ, его не берет ни меч, ни огонь, ничто. Мы будем стоять тут до последнего, до победы. Стоим уже 3 месяца. Сколько надо будет, столько будем и стоять. И будут нас убивать, мы тоже будем убивать. Месть за месть. Пришел с мечом, умрешь от меча. Почему идет? Потому что есть источники, которые сливают всю эту информацию. Я не буду называть это, но... Очень много в России, люди пишут нам, из Якутии недавно писали правому сектору, что, ребята, нас Россия уже достала, качает с нас золото, нефть, вот, а нас с голода тут морят. Зачем, говорят, мы богатая страна, говорят, ну, говорят, дайте какие-то нам, говорят, советы, как можно тоже устроить революцию и послать на 3 буквы. Не в правом секторе, я в спильной справе. Общее дело. Коза Ностра. Ага.